מה שהוא הקליט היום זה 62 גיגבייט. 8 שיעורים. זה לא פשוט. אבל אף אחד חוץ ממך לא יכול לעשות את זה. רוב האנשים לא יכולים. אבל עכשיו אני כבר זקן, ליאון. אז אתה באוטומט הזה. אני אומר לכם שעכשיו אני זקן, אני לא עומד בלחץ. כשהייתי יותר צעיר, הייתי מלמד 10 שעות ביום בסין. הכנסייה הסינית, במחתרת, the underground church, הם נפגשים רק בלילה ולומדים כל הלילה 10 שעות. יוסי рассказывает, что сейчас он стал старым и больше чем 8 часов кряду не выдерживает преподавать. А когда был молодой, то бывало в Китае, когда он проповедовал в этой церкви, этой подпольной, они только ночью собираются, и вот они собирались в 10 вечера, и до 6 утра он заканчивал для них этот вот. Они там уже все вот так вот стояли, спички. Они ставили спички. А синим котвим, а кол мила, шата умер, котвим бесиним. וקרה כבר כמה פעמים שהמתרגם מתעלף. И я, говорит, проповедовал, а они записывали, а переводчик несколько раз терял сознание. Он раз упал, раз встряхнулся. גם בפינלנד, מתרגמת מקצועית, כמה פעמים מתעלפה. זה יותר מעייף להתרגם ממה שנדבר. Потому что переводить часто это тяжелее, чем говорить. И он говорит, у меня в Финляндии тоже были такие моменты, когда я так забывал часы перевести, так, часиков 6 кряду, она раз упала, я понял, нужно перекусить. Это каракама памин. Гамбе Корея, гамбе Финланд, гамбе Син. Финляндия, это все записано, да, ну хорошо. Окей. Анахду хозрим ле Амос перек хамеш. После таких слов легко вообще перейти к Амосу. Ешь. שסתיי גובה. יש מילה מקצועית שנקראת סינקרטיזם. יש такое слово, которое звучит как синкреизм. מה זה סינקרטיזם? סינקרטיזם. זה שמערבבים דתות. И синкретизм это смешение религий. שלוקחים אלמנטים מדת אחד. Берут какие-то элементы одной религии. מתרגמים אותה לשפה ולדת השנייה. Переводят на другой язык и интегрируют в другую религию. וזה הופך כמו חלק של דת אחת. И ощущение, что это все одно и то же. Одна религия. גם ביהדות המודרנית. В современном иудаизме. יש לנו синкретизм. Есть достаточно много синкретизма, особенно в той части иудаизма, которая называется хасидизм. Мишей крает Рамбам, Рамбан, Ибн Эзра, Раши. Если вы почитаете Рамбама, Рамбана, Ибн Эзру, Раши, это паршаним агдулим, это рабаним агдулим, больших толкователей. לא ימצא שם גלגול נפשות. Вы там никогда не встретите такого слова, как переселение душ, а, ну, понятно, то, что душа воплощается еще раз. Она делает круг и опять возвращается. אין דבר כזה ביהדות. Такого понятия у древних толкователей и в Танахе, разумеется, нету, не присутствует. אבל ביהדות החסידית זה מלא. Но в хасидическом иудаизме таких примеров масса. ובקבלה של ברג, של קבלה ברגה, ועוד כמה רבנים קבליסטים מפורסמים. И еще нескольких известных каббалистов. הם מלמדים New Age. Они בשם היהדות, בשם הקבלה. Они преподают New Age, модерные восточные религии под именем иудаизма. The syncretism. Это называется синкретизм. בימי עמוס, в дни Амоса, עמוס, יחזקאל, כל הנביאים בעצם. И Амос, и Иезекиил, и другие пророки. בתוך המקדש. Те, которые были связаны с храмом. הם הביאו אלילים, זיהו את האלילים, им Акадош Баруху. Они, эти пророки,
определили, что в храм вносили идолов и поклонялись там этим идолам наряду с тем, что поклонялись Творцу. В Иезекииле, 8 главе, что в тайных комнатах храма были возжигания Тумузу. Тумуз, Аэла, Кнаани, Абавли, Ашури. Это хананско-вавилонский идол Тумуз. В Яван каруло Деметер. А в Греции называли его Димитрий. За Эл Кнаани Бавли. Это вообще в оригинале вавилонский хананейский идол. В Кан бе пасук 26 шел перек 5 шел Амос. И здесь в 6 главе הוא מדבר על ישראל, הוא לא מדבר על 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 אמריקה או על על על, על סיביר. Амос говорит об Израиле, он не говорит об Америке или каких-то дальних племенах, раскиданных по лицу земли. ונשאתם את ציקות מלככם ואת קיון צלמכם כוכב אלוהיכם אשר עשיתם לכם. А там я говорю, Байсрим Вишеш, кен? Пасук Исрим Вишеш. Я читаю 5 глава Амоса, 26 стих. «Вы носили скинию Молоха и звезду Бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато переселю я вас в Дамаск, за Дамаск». Эм, бешем Ашем, бешем Элоэ Исраэль, авду Элилим. Эти люди, кого обличает Амос, они, прикрываясь именем Бога Израилева, служили идолам. В Иезекииле, в Амосе, в других местах мы читаем про это. А многие из мудрецов Израиля, из ответственных за религиозную чистоту, они молчали. Шатку, велахем беперек 6, пасук 1, он говорит: «Ой, ха-шаананим бе-цион, ва-абутхим бе-ар-шумрон». И поэтому Амос, обличая их, говорит: «Горе беспечным на Сионе, которые не обращают внимания, что поклоняются идолам, надеющиеся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля». Это был там в те времена синкретизм. Он был завуалирован под поклонение Богу, но поклонялись идолам. И в католической церкви, если вы копнете глубже, есть тоже синкретизм. В русской православной церкви есть синкретизм. Я дам вам пример православного синкретизма. Возможно, некоторые из вас знакомы с таким. В каждой православной церкви есть החלק שאנשים יושבים. Есть часть людей, которые сидят. יש קיר. Есть стена. יש על הקיר הזה שני איקונות. Есть две иконы на стене. מצד שמאל איקונה של ישוע. С левой стороны икона Иешуа. מצד ימין איקונה של מרים. С правой стороны Мирьям, Мария. והם בתוך מסגרת. Они обе, эти иконы, находятся в рамке. А если вы посмотрите в рамку, то увидите. В Иерусалиме, в Бетлехеме, в ортодоксальных православных церквях видно. В иконе Марии что есть? Я не знаю. Что там есть? Есть колминей тахшитим мизаав. Там внутри есть много украшений из золота. Нахон? Заав, яломим. Ну, православные, отвечайте. А тахшитим аэле зелос там тахшитим.
חלק גדול מהתכשיטים זה לב מזהב. И часть этих украшений, там есть такие золотые сердечки. О, яд мизаав. Или рука хамса из о, айн мизаав. Или глаз такой, голубой глаз из золота. Ма зот омерет? О чем это говорит? Анашим шехолим мимахалат лев. Люди, которые болеют проблемами сердца. Нотним лев мизаав ла кнесия, ла Мария. Они дают золотое сердечко в церковь, как бы Марии. Кедей шеалев хи терапе эта лев шелахем. Чтобы она, когда это золотое сердечко будет на ней, исцелила его болящее сердце. О, мишу ешло бая барегель, он отель на регель мизаав. А если у кого-то есть проблема с ногою, то он такую маленькую ногу из золота дает туда. ויש אנשים שיש להם גם בעיות באברים אחרים, הם נותנים להם גם כן מזהב. А если у кого-то в других частях тела какие-то болезни есть, так эту вот часть делают из золота и там дают. לא ראיתי דבר הזה, я не видел такого. אז שתלך לירושלים לעיר העתיקה, אני לא צוחק. זה לא ברוסיה, זה רק ב... תלך לירושלים לעיר העתיקה. Есть католическая церковь, это такая традиция. Кто чего? За экспорт члену Бахмисия католик. Йофи. Ну хорошо, Валя, это экспорт. Это наш специалист по католицизму. Ло, бихлял ло. Там, ло хорошо. Там ших. И в католической церкви есть такая традиция. То, от чего излечился, сердечная болезнь, нога, рука, то вот благодарность святым, не только Марии, там сон святых. И что дают? Вешают благодарность вот... Золотую часть тела? Да. А, то есть вот свидетель живой, но не из православия, а из другого направления. Динхола, кнесия. Из другой деноминации. Тевахру бирушалайм, за мицва, тинхола, кнесия, такевер, тем тиру лемала. Люди! Это икона шел Мария, мале, тилху лебет лехем, тиру мале. Люди дорогие, вы в Иерусалиме, чего вы к стене плача ходите? Пойдите посетите пару православных церквей, вы все увидите. Они ло цухек, авал зе миефо зе игия. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу показать, откуда это произошло. Зе игия ми хапулхан лаэл хайвани Эсклепиус. Это произошло от поклонения греческому божеству Эклепиасу. А он, в принципе, почти как Гиппократ. Он, этот, божество врачевания. А Эклепиасу не давали части золота. Они врезали. Они давали из камня или из гранита, нога, допустим, у кого-то вылечилась, они такую вот ногу, глаз такой вот, так уже такой вот. Потому что тогда в Греции не было золота, они все потратили на походы Александра. Синкретизм за товар, что есть барбедату. Синкретизм, шутки шутками, но это существует в разных религиях. עמוס אומר שבימיו בבית המקדש בבתי אלוהים עבדו את האלילים הכנעניים. И Амос говорит, что в его времена в доме Господнем, Господнем в храме служили хананейским божествам. זיהו אותם עם אלוהים. И как бы соединяли их с поклонением Богу.